Приветствуем вас на канале «Здоровье и долголетие». Известно ли вам, чем грозит зашлакованность кишечника здоровью человека? Что поможет очистить его всего за одну ночь? Все мы хотим быть здоровыми, хорошо себя чувствовать и молодо выглядеть. Но многие даже не подозревают, что почти 90% заболеваний связаны с зашлакованностью кишечника. И в конце этого видео мы расскажем, как можно очистить свой кишечник всего за одну ночь. Расскажу на примере моего знакомого. Будучи достаточно активным, он вдруг резко начал набирать вес. Диета и поход в тренажерный зал за полгода не дали результатов, вес только увеличился. Пришлось обратиться к диетологу, который сообщил, что причиной лишнего веса стала зашлакованность организма. К этому привели нерегулярное питание, употребление пищи из фастфуда и вредные привычки. Необходимо было сначала почистить кишечник, а уже потом приниматься за снижение веса. Как раз диетолог и посоветовала витаминный коктейль для быстрой очистки. Похудеть мой знакомый смог, а мне достался рецепт коктейля. Но прежде чем рассказать его рецепт, давайте узнаем, чем еще может грозить зашлакованность кишечника. За что отвечает кишечник? Ответ довольно прост. За переваривание пищи и усвоение питательных веществ. Но помимо этого, он отвечает за выведение токсинов и шлаков. Если же кишечник не справляется с очищением, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Микрофлору кишечника могут нарушить неправильное питание, стрессы и инфекционные заболевания. Это может привести к скоплению шлаков, расстройству пищеварения, снижению иммунитета, ухудшению работы внутренних органов, к интоксикации организма, бессоннице и плохому самочувствию. Вследствие запора токсины, которые скапливаются в кишечнике, попадают сначала в печень, а затем распространяются по всему организму через кровь, что может стать причиной серьезных проблем с кожей. Также возможно развитие различных хронических заболеваний и преждевременное старение организма. Существует множество способов чистки кишечника, которые могут проводиться как в стационаре под наблюдением специалистов, так и в домашних условиях. В стационаре проводятся такие процедуры. Первое. Диализ – процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости в организме. Второе. Сорбация – очищение организма от токсинов с помощью сорбентов, например, активированного угля и пектина. Третье – гидроколонотерапия. Промывание кишечника водой или отваром трав, которые вводят специальным аппаратом с целью очищения кишечника от шлаков. Данные процедуры проводятся только по назначению врача. Их не разрешено проводить при язвенном колите, раке прямой кишки и болезни Крона. Методы очищения кишечника в домашних условиях. Первое. Клизмы. Действуют достаточно быстро, но могут навредить организму, поскольку способствуют вымыванию полезной микрофлоры. Второе. Сорбенты. Хорошо очищают кишечник и желудок, выводят шлаки и токсины. Но дозировку и длительность приема препаратов для каждого человека индивидуально подсказать сможет только специалист. Третье – слабительные средства. Чаще всего используются аптечные препараты. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Но в домашних условиях также можно приготовить витаминный коктейль. Это безопасное и эффективное средство для очищения кишечника всего за одну ночь, которое рекомендуют диетологи. Для его приготовления понадобится: первое – стакан очищенной воды. Второе – 1 столовую ложку натурального меда. Третье – 1 столовую ложку семян чиа. Четвертое – 1 столовую ложку семян льна. Пятое – одно яблоко. Нарезать яблоки небольшими кубиками, соединить все ингредиенты и измельчить при помощи блендера.
Полученную смесь необходимо употреблять перед сном и утром натощак. При этом перед каждым приемом лучше готовить свежий коктейль. С помощью этого средства вы очистите свой кишечник от шлаков и токсинов, а утром ощутите легкость и бодрость. Советуем пересмотреть свой рацион и перейти на правильное питание, а также соблюдать питьевой режим. Следует помнить, что часто использовать слабительные средства не рекомендуется. Будьте здоровы и берегите себя. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!